Другим темам: Алматы накрыли стаи туч. По прогнозам синоптиков, ноябрь будет дождливым. Как дальше будет меняться погода? Суровая или теплая зима нас ждет впереди? Узнала Жадыра Джалдыбаева. Зима в мегаполисе ожидается снежной и умеренно морозной. По словам синоптиков, уже в третьей декаде ноября начнутся дожди с переходом в снег. А последние месяцы осени еще порадуют теплом. Первые две декады ноября ожидается теплым и осадочным. На первой декаде ноября будет осадки и дождь с переходом в снег. В первой декаде температурный фон ожидается ночью от 2 до 10 градусов тепла, местами до 7 градусов мороза. Днем от 17 до 22 градусов тепла, местами 12-17 градусов тепла. В конце ноября ветрено, а температура опустится ночью от 2-7 до 9-17 мороза. Днем же от 3-8 градусов до 1-6 мороза. Зима 2015 года ожидается, по нашим прогнозам, холодным, температура пониженная, снежным ожидается, чем зима 2013-2014 года. По нашим прогнозам, которые мы пишем, ожидаем зиму в свое время, в декабре месяце. Усиление ветра повышает опасность падения деревьев. В профильном ведомстве уже следят за этим вопросом. Алматинцы могут написать заявление, если рядом с их домом есть аварийное дерево. 2010 года по 2014 год 30 тысяч деревьев в городе Алматы аварийных убрано. На сегодняшний день порядка 10 тысяч по всему городу Алматы, 7 районам, осталось аварийных деревьев. Планируем за ближайший год-два убрать все зеленые насаждения в аварийном состоянии. Всего в мегаполисе насчитывается порядка 1 400 000 зеленых насаждений. Жадыра Джалдыбаева, Ялкунжан Ашимжанов, телеканал Алматы.